нам тут как? Да, хотим. Да как хотите, как вам удобно. Давай вот здесь так. Вот так торжественно в официальной паралимпийской парадной экипировке с золотыми наградами на груди три дзержинских спортсмена, легкоатлеты Андрей Вдовин, Дмитрий Сафронов и пловец Даниил Смирнов были приняты заместителем губернатора Андреем Бетиным. За вас, конечно, большая гордость, за всю страну, за нашу область Нижегородскую. Это прославили в этом году, чтобы у нас этот Дзержинск просто... фантастически звучит из всех каналов коммуникации. Ваши заслуги неимоверные. Присвоение звания Дзержинскому городу трудовой доблести. Встреча на высоком уровне подразумевала эмоциональные оценки выступлений не только трех дзержинских атлетов, но и прежде всего благодарности за тренерскую работу, а также вручение памятных медалей 800-летия Нижнего Новгорода и наставникам паралимпийских чемпионов. Они очень, очень и очень и очень нужны, во-первых, очень для наших спортсменов, когда они видят, что реально идет поддержка со стороны местных региональных властей, тогда и бороться на водных и беговых дорожках и других дорожках тогда всегда легче. Благодаря этим детям, которые привезли медали, мы сможем дойти до правительства и сказать, что у нас есть проблемы. Конечно, встречаться с руководством области, я считаю, что, конечно, нужно, чтобы хотя бы знали о нас. В ходе гостеприимного традиционного чаепития чемпионы Паралимпийских игр поделились впечатлениями об успехе в Токио. Рассказали, как долгожданные для них были завоеваны золотые награды. Конечно же, это приятно и важно, что нас не забывают, что нас приветствуют. Ну, конечно, они обязательно важны. Это, во-первых, для популяризации нашего вида спорта. Очень важно, на самом деле, для популяризации нашего спорта, для популяризации нашего, для паралимпийского спорта. Потому что, как сказал Дмитрий, не все знают, что инвалиды могут заниматься также. Достигать олимпийских высот. Подводя итоги грандиозного успеха, воспитанников Дзержинской спортшколы были приняты во внимание все их просьбы о развитии и поддержке паралимпийского движения в регионе. На самом деле, впервые в жизни вот такое событие, держать в руках настоящую золотую медаль. Особенно важно и приятно, что это медаль Паралимпиады для человека, который переборол себя и стал олимпийским чемпионом. Восторгались паралимпийскими успехами и быстрыми секундами Владимир Смирнов, Василий Низов. Время новостей.